Сегодня на селекторном совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова были рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета. За отчетный период экономика Казахстана выросла почти на 5%. Положительная динамика отмечается во всех ключевых отраслях. По итогам 8 месяцев по основным показателям на лидирующих позициях Западно-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, Алматы и Шымкент. Вместе с тем Кызылординская область в топ-2 после Костанайской по освоению бюджетных средств. После селекторного заседания аким области Нурлыбек Налибаев дал ряд поручений акимам города, районов и руководителям ответственных управлений. Что касается освоения областного бюджета, по состоянию на 1 сентября 2023 года освоение составило 99,8%. Мы на втором месте по республике. Причина того, что мы стоим на втором месте – низкое освоение бюджетных средств в Аральском, Кармакшинском районах и Кызылорде. Кызылорда, Арал, Кармакша. Бюджет должен осваиваться вовремя и в полном объеме. Серик Сахиджанулы, Жандос Тиркинбекулы, Асылбек Умурбекулы, отнеситесь с большой ответственностью и освоите бюджет полностью.